Михаил Александрович, трудная игра. Прокомментируйте, пожалуйста. Тяжело какие-то комментарии давать после такой игры. Очень много эмоций отдали. Хочется очень добрые слова сказать в адрес команды Калуги. Очень хорошая команда. Честно говоря, мы не ожидали, что они нас так потерзают и очень прилично. Очень благодарен я нашим футболистам, когда была очень тяжелая игровая ситуация, не получалась комбинационная игра, много потерь, соперник владел инициативой, но ребята молодцы, сыграли через «не могу», проявили морально-волевые качества и добились положительного результата. Как вы считаете, по поводу первого гола нашего ворота? По поводу первого гола, что можно сказать? Начало игры. Наша была задача, наоборот, проявить активность, активно начать игру. Получилось совершенно наоборот. Оказались по какой-то причине не готовы, что ли, или самоуверены, может быть. Будем разбираться, будем смотреть. Будем анализировать ошибки. Надеюсь, что такого больше не допустим. Приложимся для этого усилия. А с чем связан замен Долматова? Как вы вообще оцените его игру? Ну, Долматов у нас, к сожалению, не прошел не весь этап подготовки. Постоянно травмы его мучили. И функционально он пока что еще не готов играть полную игру. И что еще очень положительно по отношению к тому году, у нас есть хорошие, так скажем, есть люди, которые могут усилить игру. Сегодня это доказал Королёв, Миронов. Люди, которые вышли, усилили игру, Лепский. Было усиление хорошее. Так что у нас сейчас подобралась достаточно неплохая команда. В каком плане, что очень состав ровный. В том году, если был очень маленький выбор футболистов. Было много молодых, еще неопытных. Сегодня мы увидели, как сыграл Перчонок, Королев, которые ребята в том году получили небольшую практику, а в этом году они уже выходят, на основные роли. А Гизгизова скоро ждать? Гизгизов тренируется уже, начинает тренироваться в общей группе. Я надеюсь, что к домашней игре он будет готов. Спасибо.